Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне. И, в принципе, ребята, только я вот сюда прибежал и уже вижу тут шайни покемона. Ну вот, сейчас мы посмотрим, что это за шайни покемон. Давай, быстренько. Честное слово, я просто вот сюда пришел, вот возле дома, и тут уже шайни покемон был. Пиджей. Ладно, вот это реально офигенно. Честное слово, ребят, я не заспаунил нифига, я вот просто вот сюда тут только зашел и сразу же вот тут покемон был. Давайте попытаемся его словить. Там еще и покемон-босс, кстати. Отлично, с обычного покебола мы его словили, офигеть. Нет, вот затем мы идти не будем, тут летающий. Того мы фиг догоним. То есть Спирова мы уже можем выкидывать. Нет смысла даже его прокачивать, если у нас уже есть Пиджи Шайни. Хотя... Нет, не будем его выкидывать, пускай он будет. Так. Так. Инфернейп. И давайте вот так, отлично. Сейчас мы его быстренько... О, два орба, нифига себе. В принципе, еще один шайни покемон, ребята. Капут, сколько уже тех шайни у нас. Так, ну что? Ну что? Может... Не, давайте сначала вот это все повыкладываем в сундуки. Вот это все мы в сундуки повыкладываем, что у нас есть в инвентаре. Чтобы не мешало. В принципе, так как мы можем еще каких-то других покемонов боссов найти, да? Чтобы место было нормально. Так. Так, сюда. Ничего. Темки. У нас есть какие-то темки. Акробатикс. Так, вот это. Это вот сюда. Так, а это вот сюда. Отлично. Еда. Где у нас еда? Давайте, я не знаю, что бы туда можно... Вот так, например. Нет, это не очень так видно. Ай, давайте яблоко. Хотя нет. Вот так. А, тут у нас... А, тут у нас вот этого нет. Ладно, потом. А, так, хлам, где у нас... А где у нас хлам? А, вот. Так, отлично. Ну что, ребята, в принципе, вылечим. Не знаю, давайте вылечим. Отлично. Какие у нас тут есть покемоны? Спиру. Ладно, не будем мы брать Пиджи, так как у нас есть в команде уже Шайни. Арон. Ладно, не будем мы брать... Пиджи, пускай он будет у нас для следующей команды. А у нас нету там случайно еще одного экспешера? Вроде он был. Или нет? Или... Нет, походу не было. Нет, ну как бы был, да, но мы его одели на Аарона. Так, ну что, давайте, я не знаю, куда мы пойдем. Тут мы уже были, давайте. 235, 1270. Я говорил. Отлично. Так, что тут у нас? Там у нас опять лес. Тут болото. Ну давайте сюда побежим. Да что ты... Вот так. Пойдемте поищем. Может кого-то да найдем. Фиг его знает. Еще один одиш. Еще один одиш. Нет, нет, одиши нам не нужно. Тут вот опять этот лес. Сейчас через него пробегать. Хотя, а на этом мы можем летать? Нет, ну как бы его прокачать еще нужно, да? Так, кто тут есть? Кто тут есть? Пока что никого не вижу. Там опять у нас горы пошли, да? Ладно, давайте... 275-300. Если... О, отлично, так ты пэкнулась, еще и покемон босс. Опять куча одишей.
Так. Ай. Это походу, я не знаю, в земле ли он или нет. Но я думаю, что не знаю. Поход в земле. Я так думаю, что в земле. Потому что, в принципе, я тут больше никого не вижу. Хотя... Нет, он походу в земле. А так в землю не хочется рыться, когда он еще так и в воде находится. А, ну ладно, давайте. А, нет, вот он. Я что-то как-то даже не заметил. Так на дну лежит, даже фиг увидишь, что там кто-то есть. Да. Так. Так, отлично. Фу, давайте покушаем. Спиро, 17 уровень. Ладно. Ладно, сам напал, так сам напал. Отлично. Ху, ну, в принципе, давайте идем поспим. Идемте поспим. Чтобы не бежать куда-то ночью. Так, отлично, все, поспали мы. Вот сейчас уже, в принципе, можно куда-то да и бежать. Вот сейчас, фиг его знает, вот этот лес, где одна ель, да, ну как бы без снега, он везде, и тут его полно, и тут его полно, тут нету. Ну фиг его знает, давайте побежим. О, там еще покемон-босс. Давайте куда-то туда побежим, фига. Может, да и кого-то там да и найдем. Нам бы реально какие-то другие биомы, а то одни и те же, и, в принципе, не можем пойти куда-то в ту же пустыню, да? А нужно бы, нужно. Ох, ладно, давайте этого, пойдемте. Убьем, если он, конечно, не в земле. О, там еще один. А он походу... А, нет, не в земле. Он не в земле. Так. Так. Ух, ни хрена себе, какой он уровень большой. Охренеть. Я еще не знаю, убьем ли мы его. Охренеть, он сильный. Давайте вот Lampent. Давай ты. Lampent. О. О, отлично. Так, куча уровней. Ух ты, ни хрена себе, сколько всего выпало. О, Испира уже эволюционирует, давай. Давай, давай, давай. Отлично. Так, сейчас, ребята, мы уже, в принципе, летать можем, а вот тут покемон, походу, уже пропал, да? Да, так. Это вот так. Давайте вылечим, чтобы домой опять не туда и лечить. Так, в принципе, все, ребят, сейчас мы уже и летать можем. Вот так уже и намного быстрее. Конечно, намного быстрее, понятно же. И так все сверху смотрится, да, как мы летаем. В принципе, так уже и намного больше. О-о-о-о-о-о-о-о-о. И так быстрее добираться к тем же покемонам-боссам, да. Если он, конечно, опять не в земле. Он, походу, нет, он, походу, не в земле. Вот он. Спир. А там еще один покемон-босс. Сейчас, если успеем к нему добраться... Ай, нет, нет. Ах, ладно, уже использовал, так использовал. Отлично. Так, давайте, может, успеем еще к нему добраться.
Так, вот, вот так и вот туда. Где он, где он, где он? А, что-то я его не вижу. Он, походу... Нет, он не в земле, он не в земле. Отлично. Так? Нет. О, отлично. Опять не попал. Так, ребят, отлично, убили мы его. Убили. Что с него там выпало? Так. О, нет, это не нужно. Хилбол. Какой хилбол? Хилбол. Отлично. В принципе, давайте дальше мы полетим. Куда-то. Куда мы там летели? Ну, в принципе, да, куда-то вот сюда. Нет, куда? Да, вот сюда. Вот сюда мы полетим. Вот так уже намного быстрее. И быстрее добираться действительно до тех же покемонов-боссов. И намного быстрее передвигаться. О, там покемон-босс был. Покемон-босс. Извиняюсь. Не, ну, в принципе, это отлично, потому что пока... Ну, как пока... У нас нету телепортации, да, потому что она, можно сказать, не работает. Ну, как бы работает, но ее нужно включить, и как ее включить, фиг знает. Так, только не говорите, что он летающий. А, вот он, вот, походу это он. Это он. Так. Ну, сейчас мы уже, в принципе, и летающих можем догонять. Так, ладно, убили. Давайте вот так. И вот так. Отлично. О, вот это уже другое дело. XP-шер, конечно же, пригодится. И вот так. Офигенно, ребята. Давайте опять увеличим наших покемонов. И полетим. В принципе, куча у нас уже реально куча всяких вещей. А, ну что, давайте полетим куда-то вот сюда. О-о! Это... Ни хрена себе, сколько там Иви. Я не знаю, ну давайте полетим все же к Иви. Пускай. Иви Шайни! Да уйди ты, Фироу! Иви Шайни, это уже вообще другой... Охренеть, ребята! Мало того, что мы хотели найти хотя бы Иви, да? А мы плюс к тому нашли ее еще и Шайни. Охренеть просто. Только вот, да, вот сейчас ее словить нужно. А то, что я боюсь, что... Иви и так хреново ловится, да? Даже если она там 10 уровень. Это плюс к тому еще и Шайни. А, нет, промахнулся. Опять промахнулся. Короче, на эту Иви... Так, во. Короче, я не знаю, сколько на нее мы потратим ультраболов. Походу, мы даже ее и вообще не слоим, ребята. Да ну нафиг. Она вообще ловиться не хочет. Я говорю, в предыдущем сезоне мы же на одну Иви 5-10 уровня, мы же тратили по 20-25 ультраболов. Хотя нет, ребята, мы словили Шайни, Иви, Шайни. Вот это вообще охренеть. Плюс к тому, тут еще 3 Иви гуляют. Давайте попробуем их тоже словить. Так как Иви, в принципе, можно сказать, одни и те же покемоны, да? Но с них мы можем сделать различные другие типы покемонов, поэтому... Если, например, у нас сейчас не хватает водного покемона, да, для команды, то мы запросто можем словить, не словить, а сделать того же Вапориона, да. Вот там еще один покемон-босс. Давайте попробуем словить. Ну, это уже, как бы, можно сказать, пофиг, что, да, если мы сейчас не словим других Иви, ладно, пускай, так как они действительно не хотят ловиться. Одна уже Иви пропала, как я заметил. Что-то мне кажется, эту мы уже 100% не слоем. Давайте попробуем ее усыпить.
Во. Ух, еще и два покемона-босса заспавнились, офигеть. И еще одна Иви пропала. Короче, уже две Иви пропали. Я не знаю, сможем ли мы ее словить. Короче, мы уже просто нереальное количество ультраболов потратили на эту Иви. Ну, штук так 7-8. И уже один покемон-босс пропал. О, отлично, отлично, ребят. Словили мы двух Иви. И одна из них шайни. Офигеть. Ну, в принципе, то, что я охотился на Иви, да, но плюс к тому, что мы нашли Иви и словили ее две Иви с трех или четырех, сколько там их было. Ну, как бы пока мы ловили остальных Иви, да, то несколько уже пропало. Я не знаю, будем мы сюда... Нет, не будем, это он в земле, не хочу я туда рыться. Ладно, в принципе, о, ни хрена себе, так два пакет-центра сразу же рядом. В воде? Я еще не видел никогда, чтобы пакет-центры в воде были. Хотя нет. Ну как в воде? Они просто так заспавнились. Да. Ладно. Пускай. Давайте полетим дальше. То, что действительно, ребята, мы охотились на Иви. Охотились. И когда нашли Иви, я просто так, знаете, стоял в центре, да? С одной стороны были там несколько, 2-3 Иви. А с другой стороны покемон-босс был. Я думал, да ладно, давайте быстренько убьем покемона-босса, а потом словим Иви. Но думаю, нет. Пока мы добежим к тому покемон-боссу и убьем его, то Иви уже походу пропадут. О, покемон босс. Еще один покемон босс. Ну, давайте тогда к этому. Если он не в земле. Так, где он? Где он? Только не в земле, пожалуйста. Что-то я его не вижу. О, во. Я думаю, нет, ребят, все же типа, идем мы к Иви, побежали к Иви, ладно, вижу там 2-3 Иви, уже такой, ха, отлично, уже там несколько Иви, сейчас мы их словим, да, а потом такой, смотрю дальше, ни хрена себе, мало того, что Иви, да, вокруг нее еще и кружочек такой, как бы, ну, цвета шайни покемона, а такой, ух, охренеть, вообще, мало того, что Иви, да, так еще одна Иви шайни. Так, ну, в принципе, давайте вот сюда мы полетим. О, еще один покемон босс. Я, в принципе, уже такой думал, вообще охренеть. Еще плюс к тому Иви Шайни. Только не в земле, пожалуйста. Во, отлично. Так, и сейчас бы тебя еще словить. Так, не словить, а напасть, как бы. Фу, ну, в принципе, уже, как я говорил, уже почти что полный инвентарь. Так, ну, в принципе, давайте, может, еще куда-то полетим. Вот сюда быстренько пролетимся, вдруг еще что-то найдем. О, еще один покемон-босс. Вот просто действительно, ребята, если бы мы не имели покерадара, то сколько? Мы нашли, может, одного-двух покемонов-боссов за не знаю за сколько серий. Так, он, походу, опять в земле. Ну, давайте. То до сих пор, если бы мы не имели покерадара, то до сих пор мы бы, может, нашли там... Ну, может, там 5-6 покемонов-боссов. И не нашли бы практически ни одного шайни-покемона. Не нашли. И действительно, не нашли бы мы шайни-покемона. Так как, в принципе, действительно, это сложно найти, можно сказать. А вот так. Сейчас у нас покерадар. О, идем за одну серию, находим практически по... Так, я где-то там лаву слышу, но... За одну серию находим так по... Не знаю. За одну серию находим по... 5. Нет, каких 5? Ну, в принципе, да, иногда по 5, иногда по 6, иногда по 7. Покебоссов, да? А это... Нет, это не то я использовал. Ладно, уже использую, так использую. Хотя фиг его знает. Против каменного покемона огонь, конечно, глупо. Но я просто случайно нажал на... Давайте, я не знаю. Хотя Эмфорос тоже. Ну, тут есть... Нет. А, нет, вот, отлично. Так.
Там еще один шайн покемон, но я не знаю, успели ли мы туда выбраться, чтобы к нему добежать. О! Гравиллер. Так. Гравий. Гравий. Так. Ну, это, конечно, можно все раскопать. Может, там действительно вдруг что-то будет, но... Пока мы это все раскопаем, будет капут. Так, ну, фиг его знает. Давайте, может, пробежимся сюда, может... Хотя бы алмазики найдем. Может. Ни хрена себе, сколько тут вот этих... частичек, да? Огненного камня. Если мы вот это все соберем, то запросто сделаем 1-2 камня. Нет, тут нифига нету. Давайте вернемся туда, там куча гравия была. Может, с другой стороны там что-то да и будет. Нет, походу нифига нету. Не, ну я говорю, если это все раскопать, то возможно тут действительно что-то да и будет. Но пока это мы все раскопаем, то наша лопата 100% уже сломается. Ладно, не будем это все раскапывать. Давайте, может, еще немного тут пробежимся. О, зато алмазики нашли. 3 штуки, 4 штуки. 4 алмаза, в принципе, нормально, конечно же, нормально. Так. 4 алмазика. Так, главное сейчас не упасть. Давайте, может, еще сюда пробежимся, если тут тупика нету. Туда, куда мы бежали. Нет, тут есть тупик, ладно. Вот тут наш дом, да? Да. В принципе, ребята, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.